Вот эмулятор менеджер. Создать новый и запустить. А, все, хорошо, хорошо. VDE кнопку. Да. Да. Потом. Глобальный такое название. Кирилл, а на часах, которые вот железные, у них такое же разрешение, как у меня? Да, 320x320. Эмулятор, в принципе, работает достаточно быстро. Он по всему работает бесконечно. Прикольно. Включить в папке download.